Нажмите на кнопку мыши, чтобы выбрать заклинание. Отпустите кнопку, чтобы его произнести. Попробуй на том бочонке. Произнесите заклинание на бочонке, чтобы пнуть его. Произнесите заклинание на бочонке, чтобы пнуть его. Флипенда можно использовать для всех объектов. Произнесите заклинание Флипенда, чтобы открыть засов на стене. Это поможет открыть дверь. Заклинание Флипенда действует на многие вещи, например, на этот котел. Пните его, мистер Поттер. Я думаю, вам сначала надо решить, как переходить мост. Флипенда можно использовать для всех объектов. Если вы ушли и открыли дверь, то выполняйте задание. Если вы уж вы открыли дверь, то выполняйте задание. Я думаю, вам сначала надо решить, как переходить мост. Если вы уж вы открыли дверь, то выполняйте задание. Гарри Поттер, я почти безголовый Ник, привидение дома Гриффиндоров. Это книга для сохранения игры. Когда ты ее коснешься, она автоматически сохранится. Если ты не будешь с чем-то справляться, игра начнется с этого места. Ты также можешь загружать сохраненную игру с главного меню. Пока! Ты также можешь загружать сохраненную игру с главного меню. Ищи везде, Гарри. Тут есть пару секретов для открытия. Никто не воспринимает тебя серьезно, когда у тебя видимая голова. Yeah!
заклинание Флипенда, и ваш путь будет свободен. Блоки можно передвигать. Бегите, не останавливайтесь, и вы взберетесь на блок. Флипендо! Флипендо! Это гном, мистер Поттер. Он любит мешать молодым волшебникам. Чтобы закончить задание, дайте ему подзад. Они быстро двигаются и довольно противны. Поздравляю, мистер Поттер, вы выполнили задание. Вы собрали все звезды, 20 очков Гриффиндору, а теперь поторопитесь на тренировку по вождению метлы. Возвращаясь в Гриффиндор, Гарри, Рон и Хермион обсуждали свои первые деньки в Хогвартсе.
Было много разговоров о проникновении в банк чародея Гринготта. Я мадам Хук. На первом уроке ты будешь летать через эти магические кольца. И замедление регулирует скорость полета. Внимание, по моему свистку. Тут будет над чем потрудиться. У тебя врожденный талант. Отличный счет. 20 очков Гриффиндору. Я вас также поздравляю, как первого ученика, который нашел тайную комнату. У вас сейчас будет урок магии.